Новое поколение Opel Corsa раскрылось еще месяц назад. Но на фотографиях мы видели лишь электрическую версию. А теперь марка поделилась новыми подробностями. Напомним, что технически новая Corsa — родственница Peugeot 208. Унификация зашла так далеко, что совпадает даже габаритная длина. По сравнению с предшественницей, снаряженная масса снижена примерно на 10%. Хэтчбэк в базовом исполнении весит меньше тонны. Линейка бензиновых и дизельных двигателей полностью скопирована у Peugeot 208. Трехцилиндровый бензиновый мотор 1.2 предложен в трех вариантах. Базовая версия атмосферная, две другие с турбонаддувом и непосредственным впрыском топлива. Помимо них есть и полуторалитровый дизель. Продажи новинки в Германии начнутся 1 июля. В базовую комплектацию включено распознавание пешеходов с автоторможением. А возможное появление Corsa в России по-прежнему обсуждается. Land Rover Discovery Sport прошел глубокий рестайлинг и переехал на новую платформу всего месяц тому назад, но уже доступен для заказа в России. Гамма модификаций для нас сокращена. Только полный привод, 9-ступенчатый автомат и никаких гибридов. Выбирать предложено из двух бензиновых и двух дизельных моторов. Стартовая цена выросла на 80 тысяч рублей, но до рестайлинга цены начинались с дизеля, а теперь самый доступный диско-спорт — бензиновый. В базовое оснащение включены 17-дюймовые колеса, светодиодные фары, ассистент удержания в полосе, камера заднего вида и другие системы.